еще важно, что Кашей не показал Касемиру карточку, а такое тоже могло быть. Там была бы вторая. Но оставим это дело. И разбег, Левандовский, удар, гол! 1-0 Бавария, 2-2 в пользу мадридского Реала. Но это уже не 2-1. Нет, вот это уже становится интересно. Вот это уже интересно. Один гол, и все переворачивается. Еще раз напоминаем, 2-2 именно... Я бы назвал это 4-4-2, 4-2-3-1, наверное. Подача, Роналду, гол! Криштиану Роналду забивает Томас Мюллер. Перед этим не смог зацепиться за мяч. Опять Роналду, третий гол в этом четвертьфинале. Величайшего игрока мадридского Реала. Уже можно об этом говорить. При всем том, что сделали футболисты эпохи Зидана, до них еще 50-х годов, выигравшие 6 Кубков Чемпионов, все равно Роналду уже сделал для Реала. Забивает. Еще одна подача, скидка, опасно. Теперь налево. И мяч летит в ворот. Это гол! Это автогол! Очень надежно отыграл Филипп Лам. Сегодня нужно страховать его зону. Тяга Алькантара убирает руки. Неужели количество ошибок не точности? Мимо. В итоге перешел. Да, я думаю, типа, вот теперь будет тяжело Баварии. Ну, да. А сейчас Мюллер сделал скидку грудью, после которой свои ворота забили игроки Реал Мадрида. Неважно.